Привет, интернет. С вами Андрей из Австралии. Выбрался я наверх. Вот такое вот место. Посмотрим, что за трек. Ну, пожалуй, все. Ну вот, треки тут такие. Посмотрим, наверное, пойдем налево. Хотя, 1,5-3 километра. Вот. Некоторые думают, чем заняться в Австралии по приезду, какую работу найти и так далее. Пару месяцев назад брал я Uber, и водителем был один китаец. Вот. И я его спросил, это вообще основная работа? Он говорит, не, нифига. Ну, чисто вот по вечерам так шабашит на Uber. И он айтишник. В принципе, люди, которые достаточно нормально зарабатывают, еще подрабатывают вот так вот. То есть, как вариант, вы можете взять машину, не помню, по-моему, там 7 лет надо, чтобы было минимум, не старше. Потом там лицензию, это пару сотен, по-моему. И Uber, по-моему, делает еще страховку, то есть, наверное, еще что-то доплачиваете. И потом можете водить. То есть вот так вот зарабатывать можно, как вариант. Ну, понятное дело, что новая машина будет вам стоить какую-то копеечку. Прошу прощения. А вот, ну, не знаю, там какую-нибудь малолитражку, может быть. То есть тут некоторые особо ушлые индусы, ну, не только, я помню, заказывал с одного концерта такси. Вот, но там была проблема, что нас выгнали из территории. Вот, а таксисту пришлось сказать, что нахожусь там. Вот, и, короче говоря, он меня не нашел и отменил заказ. Ну да ладно. Просидел я там где-то 3 часа, по-моему, потому что все такси уходили, а то, которое я заказал, все не приезжало. А вот, заказал я Uber,
Что вы думаете, приезжает этот таксист? То есть я смотрю, у него там на лобовом стекле сколько, блин, по-моему, 4 всяких навигатора, телефона. То есть он там и лифт принимает, и Uber, и машина, кстати, обычное такси было. Вот. Ну, такое, говорит, вам по какому тарифу? Если по такси, то будет дороже. Если по Uber, дешевле. То есть вот так вот народ шабашит тоже. То есть всякие нелегальные штуки тут, я так понял, достаточно нормально. Тоже процветает, хоть я никому не рекомендую это делать. Ну, то есть в Германии у вас бы уже, наверное, давным-давно там кто-нибудь так настучал. Вот, а здесь, допустим, многие, я не знаю, там по-частному стригут, там зарабатывают какую-то денежку. Опять же, помните, я вам рассказывал, то есть на перекрестках всякие арабы моют окна на машинах. Тоже как бы нелегально, но делают, что-то зарабатывают.